Но проверь экипировку, пока не... О. Thank you.
Послушай, Алькатрас, скоро реагируй. Это защитная система. Найди Ленаку вкладку камеры. Как придешь, открой ее с помощью костюма. Покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Ну, я тоже так думал. Помни. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. И ты был там. Рядом со мной. Умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк. Не только Лингшан. Видишь? Цефалоподы давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду. История наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Я связался с тем самым морпехом, спасенным в Центральном парке, который возит нано-броню Джейкоба Харгрива. Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк Рамон.